Итак, всем, как всегда, привет. Да, я нормальное приветствие до сих пор не придумал. Ну, с вами Откоп Скайт, как обычно. И, ну, извините, у меня может быть какой-то немного, в некоторых местах не очень голос, потому что я немного, походу, приболел, хотя вряд ли я приболел. Такое ощущение, как будто бы какая-то небольшая простуда. Простуда на минималках, скажем так. Хотя я думаю, что про мои болезни вам не очень интересно слушать. Но все равно, как бы. Все равно я про них не буду рассказывать. Сегодня мы поговорим об одной фотке. Хотя это даже не фотка, а... Ну, такое... Да. Ну, как всегда, без сценария. Если будет много... То вы не удивляетесь, если этих сланных звуков бешеных животных не будет, то... Но если они будут, то не удивляйтесь. Возможно, кстати, с кодом, а возможно и не с кодом, времени я сниму такое видео про разные фотки, которые у меня есть в галерее. Это пример про ту дыбку, которую я сейчас буду обозревать, хотя про нее я уже вряд ли сниму. Ну, я когда подойдет ее очередь в том ролике, то я скажу просто... Вот, переходите по ссылке в описании, смотрите вон то видео. И все. Ну, то есть вот это видео. Ладно, не буду затягивать. Типа начали. Ну, типа тут начало вставить. Пожалуйста. Ну, типа, ну, переход сейчас будет. Вот сейчас будет. Да, вот. На фоне у нас будет скелет Риногододенса. Точнее, ухокрыла. Кто не шарит за спекулятивную биологию, всем сополезную, вы можете вряд ли что-то понять из моих дальнейших роликов, потому что сейчас мне нравится спекулятивная биология, и большинство роликов будет по ней, хотя не факт. Может быть, какие-нибудь пугалки тоже будут, так как пугалки это как бы мое, но, конечно, они у меня не очень страшные получаются, но в любом случае. Кстати, я слово «страшное» с неправильным ударением произнес. Так как я смотрю такого ютубера, как Фил Ченнел, надеюсь, я правильно прочитал, Фил Ченнел, да, кринжовый голос у меня, если он это смотрит, конечно, но я не знаю. Ну и у этого ютубера я просто листал его канал, решил что-нибудь посмотреть там, и давно на его канале не был, и нашел там видео про одну рыбку якобы со спутника Юпитера Европы. Якобы. Вначале там было что-то типа хоррора, ну даже хоррор как бы такой аналоговый, можно сказать, ПХС, я не знаю. Вот, а потом он просто объяснял под эту рыбку. И всего я на ютубе нашел всего лишь два видео под эту рыбку. То есть видео Фиола и видео какого-то другого чела, я не помню, как его ник будет. Ну вот. Я решил стать третьим... челиком, который снимет про эту рыбку. Как я узнал из видео Фиола, эта рыбка уже стала довольно популярной на Западе, но у нас еще не такая популярная, если что, я не русский, но я украинец, но в России рядом с Украиной, поэтому я могу тоже говорить на Западе, так как потому что мы рядом, как бы мы страны соседи, я за мир, поэтому не надо меня хейтить, поэтому, господи, я сейчас захотелось. Звуки поноса сорокалетника Бибара с расстройством личности чек. И, да, я опять затянул, как всегда я тянуть очень люблю без сценария. Ну, прямо сейчас я ставлю эту фотку, вот точно, обещаю вам, обещаю, 100%. 100%, в смысле, если меня не было слышно. А может, было слышно, я не знаю, капкут тихо очень записывают вообще. Ё-моё, как же много болтать умею, я уже на 4 минуты растянул видео, так все показываю. Как вы уже поняли, вот тут только что появилась фотка этой рыбы, и на самом деле это хвост совершенно другой рыбы с работы одного художника. Просто решили сделать ее длинной, типа немного там покрасить, немного уменьшить, немного переделать. И вот получилось, типа, вон там глаза такие, вот видите, верхняя челюсть, нижняя челюсть, но я вам так скажу. Если бы это реально была рыба с Европы, ну так как с Европы, с Землей особо никак не контактировала, насколько я знаю, насколько мы знаем, все человечество,
то в принципе то рыба похожая на земную рыбу, даже хоть немного. Вот вы скажете, что таких рыб на Земле не бывает, что это точно не планетная, но на самом деле это не так. Это фейк, и это точно подтверждено. Я фотку того художника не буду вставлять, потому что да. Жак Леска. В общем, у рыб вряд ли может быть такая нижняя челюсть, которая меньше кости фактически. То есть на кость похоже и все. Вообще, довольно строение этой рыбы довольно странное. Если какие-нибудь умники в комментах найдутся, что все равно мне не верят, то я даже не знаю, вы сможете посмотреть в Ютубе. Но если мне все еще кто-то не будет верить, потому что вот такие люди есть в мире, то я могу сделать разбор настроения этой рыбки. Хотя, возможно, он с вероятностью 90% будет неправильный. Хотя такой рыбы вообще не существует. Но я попытаюсь что-нибудь такое сделать, и вы поймете, надеюсь. Ну а так, всем пока, и прикиньте, да, я успела растянуть одну мысль на 6 минут, сколько-то там секунд уже идет, сколько видео, я не знаю. Ну, я не могу, потому что каждую секунду, новые секунды, как бы, я не могу точно сказать, сколько секунд, поэтому, ну, короче, всем пока, с Новым годом! Внимание! Данное видео переходит в руки к агентству по борьбе с паранормальными явлениями в космосе под названием NASA+.